Пойдем кушать. Да, давай местную забегаловку пожёстче. Вот. Вот тут все есть? Да, прям туда. Прям есть. Есть что поесть? Есть что поесть. Ай. Давай. No English? Нет. Yeah, English? Ну как ты ходил? Иди, а мог через... А, нет, вон, вон, есть, есть. 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 Где? Где? Ты там ну. Здесь, короче, тоже ощущается соя. Давай. Давай. Короче, хочу поделиться впечатлениями и эмоциями. Вот сейчас вот присела. Поняла, что меня ощущениями, да, ощущениями. Поняла, что меня прибило. То есть такие вещи, которые вот физически, да, вот, ну, не покажешь, там, не сфотографируешь, не снимешь тебе на видео, чтобы вот что-то происходит, да. То есть это только вот внутреннее состояние, эти вот ощущения, которые я уже заметила, вот после каких-то практик, и чем серьезнее практика, чем потом такие сильнее ощущения сразу же после практики, такой прям полный упадок сил. А потом, если ты себя не перенапрягаешь, да, то есть идешь, как прислушиваешься к внутреннему состоянию, и отдыхаешь этот день, этот вечер, хорошо спишь, кушаешь, на следующее утро просыпаешься весь заряженный, готовый творить. Я не знаю, что-то делать. Вот у нас вчера была Яги. И вчера мы получали. Ну, просто мы только одна единственная практика, но это серьезная практика. Мы оттуда вышли, мы больше ничем не занимались. Мы вообще мы только спали, кушали и отдыхали. Больше и нет, не было ни желания, ни возможности каких-то физических, моральных, психических. То есть я вообще вчера от любых видов социальной деятельности отказалась, потому что не было ни желания, ничего, ни вдохновения. Сегодня я с утра проснулась, бодрая, там, запилила кучу контента в Инстаграм. И вот мы посетили храм Кашки Вишванаси. Это, да, повторюсь, такой самый большой храм, самый древний шиваитский храм. Сделали тоже все практики, подношения и так далее. И вот я снова сижу и понимаю, что меня снова опустило, то есть снова какая-то перезагрузка. То есть что-то происходит на каком-то энергетическом уровне. Так что как бы скептически, как бы кто ни относился, это нужно реально только прочувствовать вот на своем ощущении. Да, иначе как бы слово, это не передать. Вот так вот. А, ну у меня там закололо где-то или что. Да, у меня выросла третья нога. Нет, так это ты просто внутренне ты чувствуешь. Вроде у тебя вот как правило, да? Вот как это можно тоже вот, чтобы сопоставить для человека мирского. Ты пошел поругался, да? Пошел поругался, ты чувствуешь, допустим, опустошение, ты накипишь, да, ты чувствуешь это вот на физическом плане, твой эмоциональный фон, он у тебя на физическом, тебя чуть не трясет. Или после какого-то спорта, да, ты валяешься мертвым. А тут вроде что, пошли, прошлись, посидели, ничего такого не сделали, чуть-чуть помедитировали там, и то это, помедитировать там вокруг тебя люди, да. Вроде, казалось бы, никаких физических усилий и эмоциональных как бы, качель не было. Ни с чего там, как бы не было причин. И все равно ощущения уже внутренние, да, совсем другие. Ты уже оп, такой что-то просел. Почему просел? Почему? А на следующий день ты заряжаешь. То есть это уже такие моменты, которые не материального плана, да. И которые по-концовски и сказываются на материальном плане, да. Но их надо чуть-чуть и более вот это тоньше ощущать и воспринимать вот эти вот вещи. Так что вот так это и работает. Да, потому что, чтобы сказать, что мы здесь там, я не знаю, чем-то там сильно себя перенапрягаем, нет.
Иногда бывает. Ужин. Ну, ужин, наверное, это да, это еще у нас остается такой наш... Закрыть момент. Да, ну, вообще, как бы, не напрягаемся, по сути. У нас, как бы, немножко практик, и мы больше отдыхаем. То есть, мы реально, мы спим хорошо, в количестве достаточно. И вообще, так, гуляем, получаем эмоции, да, но вот эти вот качели, они есть, они присутствуют. То есть, и мы, да, то есть, ну, прежде чем заводить этот блог, да, то есть у нас была цель, это вот донести, рассказать, как оно все есть на самом деле, без каких-то украшений и так далее. То есть если это состояние у нас приходит, мы этим состоянием делимся. Да, то есть мы, и такого состояния не придумаешь, чтобы вот просто блог завести, чтобы блог что-то рассказать, что вот мы такие молодцы, и нас тут торкнуло. Так что нам принесли покушать. Вот. Всякий райс. И а, подожди, такие лоси. Да. И что-то еще. Ай, чай.